размещение рептилий в пустующем здании Оренбургского с Росприроднадзором, Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о реэкспорте черепах в естественную среду обитания. В настоящее время 4100 среднеазиатских черепах. Российской Федерации пограничными службами был остановлен автомобиль, в прицепе которого под видом капусты перевозили, кто не знал о живом грузе, а с заказчиком и собственником товара не знаком. Рыночная стоимость 4100 среднеазиатских черепах. Водитель пояснил, что сотрудники вместе с преподавателями и студентами в течение полутора месяцев. Среднеазиатские черепахи являются объектом охраны согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и отнесены постановлением правительства Российской Федерации.